клоунов продукта. И всем привет, дорогие друзья, Коль Пау на связи, и сегодня у нас выпустил Аннет, а именно это разработчик нашей игры, новое топовое обновление в симуляторе пчеловода. Пока что оно доступно только на тестовом сервере, поэтому я покажу, что у нас будет совсем скоро на нашем основном сервере. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, так и подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 422. Как только набираем это значение, так сразу пускаем новое топовое видео. Ну, мы приступаем, в принципе, к видосику. В общем, до сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе Bees Farm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это Bees Farm Продажа. Она такая одна. Тут так визуально ничего не произошло, нам нужно просто зайти на вот эту шестереночку. Давайте на сундук встану, чтобы так было красиво. И давайте, в общем, тут у нас как были всегда параметры, это у нас трейд, это у нас, в принципе, консоль с медведями, и тут появляется новая как бы менюшка, это у нас просмотр лидербордов, то есть тут есть самый топовый лидерборд, то есть это то же самое, то что у нас вот здесь стоит, только он теперь вот тут у нас добавлен. Дальше тут есть еще по месяцу топ, так что, ну, кто нафармил больше меда. Ну и тут много всяких, в принципе, топов, то есть и дейли топ, там на пушруме, это если что, грибы. То есть все это стало красиво выглядеть, теперь мы можем посмотреть, кто топер, какой пыльцы, кто топер, кто там топер в другом, кто топер в этом. Ну, в принципе, вы понимаете, как это работает, я думаю, если кто-то не понял, можете задать, конечно, вопрос в комментариях. Ну, в общем, тут... в принципе, ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов Bees Farm. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Залетайте и покупайте. А топы по... Вот даже тут есть daily топ, то есть каждый день топ, то есть день топ, можно так сказать, или топ дня, да, топ дня, вот, топ дня по, в принципе, редким пчелам, по эпическим пчелам, по легендарным пчелам, ну, по собиранию, конечно, пыльцы именно этих пчел. То есть стало более так интересно все выглядеть. То есть тут даже есть параметры, которые, в принципе, которых у нас даже не было еще, ну, в игре самой. То есть это стало намного интереснее выглядеть. В принципе, теперь мы можем просто зайти в эту daily top, ну, или как можно так назвать, топовую фигню. То есть зайти и посмотреть лидеров, в принципе, уже в меню. То есть вот так вот заходим и смотрим. Теперь это стало легче, не нужно никуда бегать, чтобы посмотреть, на каком месте ты в топе. А теперь это всегда есть в твоем, можно так сказать, рюкзаке, в твоей шестереночке. Я не знаю, как это называть, но, в принципе, это у тебя есть, в принципе... в инвентаре, ну, типа, это как-то так. Все это в настройках теперь тоже есть. Это, конечно, очень классно. Ну, из-за обновлений больше такого ничего нет. Кто не видел мои прошлые ролики, то посмотрите мой вчерашний видеоролик, позавчерашний. Там вышла новая, как бы, вещь, и я вам их продемонстрировал. Так что обязательно посмотрите видеоролики, если тебе не сложно. Ну, а связь был Косик Пау-Пау. Расскажи об этом видеоролике своему другу. Также порекомендую это видео каких-нибудь Roblox сообществах, допустим, в Телеграме или Дискорде. На связи был Косик Пау-Пау. Так что, как только выйдет что-то новенькое, обязательно засниму, покажу. Ну, всем, в принципе, до скорого. На связи был Косик Пау-Пау. Всем пока-пока.